Команда молодых лидеров «Путь к успеху начинающих управленцев». Конкурс стартовал по инициативе в Рио главы Чувашии. А сегодня в столице республики прошли полуфинальные испытания. Участники демонстрировали навыки работы в команде. Лидера невозможно никак определить вне команды. Ну, невозможно же быть на одном летаем острове лидеру, да, тебе одному. Кто такой лидер и как им стать? Участники конкурса точно знают ответ на этот вопрос. Среди 92 полуфиналистов и студенты, и работающая молодежь. Они уже прошли два вида тестирования. Жюри определяли их психологическую готовность, творческий потенциал, знания основ работы в команде. Самое важное испытание, конечно, это полуфинал, групповые дискуссии. Именно работая в команде реально, выполняя кейсы, нацеленные на решение практических задач, участники учатся дополнительно работать в команде, плюс оценщики, профессиональные эксперты наблюдают за каждой командой. Алена Шафеева закончила экономический факультет по специальности бизнес-информатика. В будущем она планирует работать в госструктуре. На конкурсе представляет проект о сокращении использования бумаги с помощью IT-технологий. Хочется видеть республику все-таки молодой, во-первых. Потому что сейчас здесь остались в основном старшее поколение. Все молодые уезжают на заработки в другие города. Молодой и технологически современный. Потому что сейчас, конечно, внедряются, но не так эффективно, как должно быть. Это то, чего я хочу. Это мое желание. И да, я готова работать в этом направлении. Но сначала Алене нужно попасть в финал конкурса. В управленческий кадровый состав попадут лишь победители. Мы будем делать все, чтобы каждый из ребят, который вышел на этап полуфинала, тем более те, кто выйдут на финальный этап, будут всяческим образом, скажем так, рассмотрены на предмет их дальнейшего использования и применения их способностей для развития Чувашии. В принципе, сам конкурс мы ровно для этого запускали. В итоге в финал конкурса пройдут 25 молодых специалистов. Их ждет индивидуальное собеседование с экспертами. Юлия Важенина, Алексей Зотиков, Андрей Спиридонов. Республика.